Так, кто там хотел меня видеть без фильтров? Пожалуйста, смотрите, наслаждайтесь. Все морщины на выкате, так что все только для вас. Но меня, кстати говоря, это меньше всего сейчас волнует. Меня волнует другой вопрос. Чтобы приготовить себе похавать. Ну что, моя фантазия либо спит, либо ушла в незапланированный отпуск, если предложила вот эту. Но зато внутренний голос мне говорит, побольше к этому положи сметаны, сметаны побольше. Ну вот сейчас я так и сделаю. Я не ем так часто роллтон, я ем его, ну, пускай раз в неделю. Обычно это бывает по субботам после пятницы. А сегодня, не знаю, у меня суп куриный есть, например, но я не хочу его, ну вот бывает такое. Я даже сосисок сюда сегодня не хочу пихать. Ничего, ни помидорку, ничего. Это все у меня есть. Вы не думайте. Просто не хочу и все. Мои вот такие прихоти, предпочтения. Я иногда ломаю ее, а сегодня даже ломать не стала. Не хочу. А мои мне сегодня заказали лаваш. Ну, шаверму, короче. Сейчас лето будет, и вот это будет кусочничество постоянное. Потому что уже вроде как и супов не захочется. Ну, я, конечно, там делаю окрошку меньше люблю. Я люблю холодник, вот этот вот свекольник холодный. Вот это я обожаю, конечно. Друзья мои, всем, конечно, приятного аппетита я желаю. Но не знаю, что меня сподвигло опять на этот роллтон. Вот реально даже сметаны захотелось просто так съесть. Сметана, конечно, вкусная, обалденная. Это все мои прихоти. Не знаю, удастся ли мне посидеть на ПП до майских праздников. Ну, не совсем ПП. Я не собираюсь жевать траву или там еще чего-то такого плана. Ну, просто действительно убрать макароны. А что убрать еще? Картошку. Вот самое ужасное, что я овощи не особо люблю. Ну. Я говорю, постараюсь, может быть, завтрашнего дня. Буду питаться по-другому какое-то время. Может, послезавтрашнего, а может, вообще никогда. Сейчас будет жарко, когда уже самой не захочется. Ну, я не знаю, как другие. Но мне, например, уже самой не хочется. Там пельмени есть какие-то. Какую-то вот такую жирную, тяжелую пищу. Видимо, организм сам говорит о том, что разгрузи меня, не надо мне столько. Надо, конечно, прислушиваться к своему организму. Я что люблю, это кабачки. Но они меня так быстро надоедают. Всем пока. Спасибо за вашу компанию, что были со мной.